Шестой сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы, 120 матчей регулярного сезона плюс LAN-финал и самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный StarLadder худ в подарок. Билет уже в продаже. Ну что, ребят, возвращаемся мы в прямой эфир. Пауза у нас получилась немножечко больше, чем обычно, потому что первый матч закончился как-то быстрее, чем обычно. Собственно, у нас второй матч дня нас ждет играть Fnatic против Wesley Gaming. Второй матч дня. Второе место Star серии против второго места Pro серии у нас вот играет. Сколько я еще буду хихикать при упоминании Wesley Gaming? Я тоже не знаю. Wesley Gaming и все. Wesley Gaming. Нормальная команда заняла второе место Pro серии. Ты аватарку вообще их видел? Да. Кстати, проиграли ОСГ у нас только финал, проиграли они у Айсикапов. Так что посмотрим, как у них получится. У нас сейчас маленькая трабла, не прогружается один из игроков. Будем надеяться, что ненадолго это и... Да я тоже надеюсь, что сейчас он все зайдет. Да, сейчас если не прогрузит, то я думаю, со второй попытки у нас все получится. Да, вот он, вот, коннект нормально. The Game, я думаю, да. Альба, Джуда, Сландер, Брейн и Оби-Ван Банан против Флая. Это подаван Тоби-Вана, наверное. Да. Флай, Эра, Трикси, Хани. Икс, к сожалению, не может сегодня играть наш любимый игрок команды Fnatic. Поэтому играет опять Думикс, хотя я опять не знаю, кто это. Думикс это... бывший Хонер, он болгарин, он сейчас ни за одну команду не играет, собственно, Standing Dumix, заменяет он, собственно, No Tail'а в этом матче команды Fnatic. Ну что, продолжается, и, собственно, этим матчем заканчивается первый день StarLadder. Сегодня у нас такой разминочный день для разгона, потому что, понимаете, что все-таки гранд-финал западных отборочных на International. Слишком разминочный получился с первой игры 11 минут, то есть там пиками, наверное, я дольше. Я просто так вдумался, вторая игра, что-то есть мнение, тоже может получиться какой-то такой же. Сейчас посмотрим. Кто его знает. Зато будем более, я думаю, свежи к International. Да, Best of 5 International, можно будет нормально посмотреть, да и все. Ну, в любом случае, мы вам пока можем напомнить, собственно, какие матчи нас ждут завтра. Сегодня у нас, напомним, вот сейчас гранд-финал International отборов. Через 2 часа он только начнется. Завтра у нас веселуха начинается в 9 утра по центральноевропейскому времени. Восточные квалификации на 3-й International. И завтра первая подгруппа А начинает играть. Собственно, формат квалификации абсолютно такой же. И завтра в 9 утра по центральноевропейскому времени первый матч китайская команда Rattlesnakes играет против сингапурцев First Departure. В 12 сет LGD China сыграет с Dreams, которые, собственно, вместо Neolution играет, которых кикнули. Ну и потом в 15 сет будет играться матч победителей. Вечером же мы с вами переключимся в 18 сет, опять-таки, на StarLadder. И целых, завтра только 3 матча StarLadder нас ждет. Кстати, завтра также будет сыграна игра IG против 4Love на DSL. Ну, короче, просто борода. Просто триллиардов игр просто. Да, вот там 3 дня эти... Триллиард игр, да. Там 3 дня, вторник, среда и... Не, там пятница, суббота, воскресенье у нас. Да, я имею в виду еще вторник, четверг, не, среда. Не, ну туда, тоже... то понятно, там тоже много. Да, ну и вторник, среда, четверг мы с вами дальше продолжаем смотреть квалификации на International. 2-3 Best of 3 в день будет и куча Best of 1 по вечерам. Ну а с пятницы, начиная с 4 утра, LAN-финал EG1 Champions League. Да. Да. Ну там зато есть remaining на кого посмотреть. Альянсы, ликвиды. Да, действительно. Будет за кого поболеть против китайцев. Ну и вообще китайская дота, она вообще клевая. Уже сказать, да. Сказать, китайская дота на лане, потом понял, что вся китайская дота вообще на лане. Кстати, да, у них нет онлайна. Ну вот онлайн будет разве что отборы на International, что самое смешное. Они будут онлайновые, все остальное это лан. А может быть... Ну причем команды-то на лане будут Может находиться. Быть китайцы реально настолько будут суровые, что даже отборы на International приедут все на лан играть? Не, ну сами китайские команды, которые участвуют, это и Rattlesnake, и Rising Stars, и VT Gaming, и LGD, они на лане. Ну они там на буткемпах везде, да, там. Они все на DSL, они все в Шанхае находятся. Причем в чем вопрос, там была проблема изначально. Студия DSL находится в Шанхае, студия G1 находится в Шанхае. И, собственно, просто они в разных частях города находятся. И как бы там была накладка 3 турниров. Ну и в итоге там, насколько я знаю, что все мирно и культурно разошлись. Ну и квалификации на International там как-то там будут играться, собственно, со своих студий.
Ну что, Лондруид и Магнус от команды Wesley Gaming первых два пика. Мы видим Никс Ассасин, Дарк Сир от Фнатиков. Бейна забирает ОСГ. Ну и смотрим, и что у нас будет дальше. Что у нас будет дальше третьим пиком? Что третьим пиком? Кто будет тащить у Фнатиков, если нету ноутейла вообще? Что делать? Я как вообще без ноутейла в Доту играть? Я считаю, что Фнатик без ноутейла вообще не Фнатик. Им надо было тег поменять перед игрой. Да. Не Фнатик. Не Фнатик. Команда не Фнатик. В любом случае, пока идет пик, напомню вам, что эту игру можно смотреть в Dota 2 TV при наличии билета Star Ladder. Мы видим, вот она идет. Вместе с билетиком вы получаете возможность смотреть абсолютно все игры сезона, ну и эксклюзивный Star Ladder Hood. Ты понимаешь, что они еще и пака пикнули? Они мало того, что у них ноутейла нет, они еще и пака взяли. И что теперь вообще делать, непонятно. Это просто вот... Вот вообще не ясно. Не ясно. Для кого они вообще его взяли? Кто? Не Я знаю. Не верю, что у них вообще кто-то, кроме ноутейла, умеет на паке играть. Так, банятся у нас тем временем Алхимик и Фантом Лансер. Ну, я так понимаю, что Остик Гейминг... Ага, Рубика забрали. Точнее, забанили. И очень быстрые баны у нас пошли. Реально, не больше там 5-10 секунд, думают. По фасту, по фасту. Команды, по да, фасту. Очень-очень шустренькие. Ну, вот Фуриона забанили последние Фнатики. И что там? Ослики. Не Поехали. Знаю, что там ослики. Ослики сейчас думают последнего, кого бы забанить. Ну, я так понимаю, что у них есть какой-то план на игру, и хороший план, будем надеяться, что у них есть. Смогут они что-то интересное показать. Не, ну, обычно вот, что я заметил, то, что когда играешь на, ну, не на топовом уровне, то надо стараться исполнять на тех героях, на которых, ну, ты умеешь что-то делать. Тогда шанс на победу больше, естественно. Это просто на уже топовом уровне мы понимаем, что там все более-менее играть умеют. И могут там периодически что-то придумывать и так далее. Но хотя вот, например, опять же, вчера мы видели, что Trint Protector... Ну, Trint Protector by the day, Trint Protector by остальные, это же большая разница. Очень большая. Вот в том-то и дело, что вот даже на таком высоком уровне, то есть отборы на International, мы все равно понимаем, что ну, не на всех героях умеют играть парни. Это, ну, факт. Это понятно всем. Точно так же и здесь. То есть можно вроде как напикать что-то полезное, что-то толковое. Вела таракана в чашке видел или что? Я смотрю в чашку, и мне показалось, что там сахар надет. Думаю, откуда там сахар, если нет только минералов. Это кристаллизовавшийся сахар из минералки. Да, кристаллизовал. Ладно. Это у меня просто глюки были. Недосып и передот, как правильно будет. Не передос, а передот. 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 Недосып и передот. Передотили мы, да, с тобой вчера так точно. Тут, кстати, уже пошел первый чувачок с ником Mark42 в Твиттере, который, наверное, первый сейчас напишет. А я вот с детства за Wesley Gaming. И если Wesley Gaming вдруг станут суперзвездой... А он ведь будет самый первый, кто написал. Он будет действительно самый первый, кто с детства за Wesley Gaming. Так, да, кстати, спрашивают, по сколько работ можно выкладывать. Я думаю, не больше двух от одного человека будет нормально, потому что... В конкурсе, да. Думаю, ну, типа, много, все равно, ну, толково не нарисовать. Не, можно нарисовать много, но, типа, смысла... Давайте две работы от человека максимум. Да, две работы от человека, я думаю, максимум будет отлично. Если кто не понимает вообще, о чем это конкурс у меня там есть в паблике, вот, Star Ladder на логотип. Причем логотип — это, ну, слово логотип. То есть, я думаю, там может быть обои, что угодно. То есть, ограничение... Вот только да, ваша то есть это фантазия. Может быть комикс, да, то есть это не что логотип. Что угодно, вот что, то, что это любое, любое художественное творчество на тему Star Ladder. Да, 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 то есть это там, например, это видео загрузочный, там, например, лот скрин какой-нибудь крутой, да. Вот как Кунка там рисовал, понятное дело, что, ну, я думаю, вряд ли у нас есть такие да одаренные что, личности, как обидел, Кунка, которые за рарки будут рисовать, но лот скрины тоже, как бы, будет толковая, на самом деле, тема. Я сейчас просто забайтил всех, кто умеет рисовать. Ах, так, значит. Да-да-да. Сейчас мы тебя разъедем, Куспер. Ну-ну-ну. Ну вот, то есть, опять же, ну да, действительно, можно там просто какое-то лого. Можно что угодно, опять же. Вот все, что имеет отношение там к Дотану, к нам, Star Ladder'у. Все приветствуется. Да, пожалуйста, присылайте. Вы знаете, куда размещать. Касперу в группе. Да, там альбом открытый специально для этих вещей. Для вашей фантазии, так что... Альбом для вашей фантазии. Альбом для вашей фантазии. Так что good luck, have fun. Вот, что еще могу сказать? Просто good luck, have fun. Ну что, Лина и Keeper of the Light от Фнатиков. Ну, ты знаешь, я, конечно, может быть, сейчас как сморозну какую-то херню. Ну, пик команды Wesley Gaming мне нравится в разы больше сейчас. Ну, вот просто в разы больше. Ну, понимаешь, там Лина, Бейн, вот эти два суппорта при должном обращении с ними убивают любого. Ну, просто любого. Ну, понятно, но это, конечно, не эти, никаких,
не Виномансер с Клокверком, но все равно. И Джаггернаут еще. Вот это да. У них вообще крутейший пик. Вообще стронг дота. Слушай, мы сейчас с тобой тоже такие, знаешь, там сидим, плюемся, а они сейчас возьмут, уделают Фнатиков и потом... Ну и Фнатики-то у нас играют без одного игрока. То есть, как без бы... ключевого игрока. Да, без ключевого игрока. Давайте недооценивать, как бы, не недооценивать парней из ОСГ. То есть они все-таки, как ни крути, ребята заняли второе место в про-серии и проиграли только IC Cup'ом в гранд-финале. Ну, нормальный, в принципе, результат. Я думаю, хорошая команда и... могут они надавать по щам кому угодно. Так что посмотрим. Сейчас начнется раздавание щей налево, да, и направо, да? Раздача щей. И да прибудет с ними сила. И да прибудет с ними щи. Чтоб побольше. Минута остается времени на выбору Фнатик. Ну, то есть, смотри, заставили призадуму... Ага, вот так вот, Фнатики. Абузеры! Вот так вот, АМ-пикерс, значит, просто да? Пишу факин АМ-пикер. Просто АМ-пикерс, да, я понял. Не, ну, шутки, конечно, в любом случае, Фнатики делают... Они просто поняли, правильно, насколько у них гнилой пик, и решили взять антимага последним. То есть... Ну, они решили, что надо что-то менять, да? Да, да, думают, поменяли, блин, ну как мы будем долларов? Тащить против после гейминг с таким пиком? Надо антимаг, по-любому. Они решили что-то менять, поменяли $20, на некоторое время забылись. И так далее. Ну что, ребят, шестой сезон Star Ladder. Это первый игровой день, второй матч сегодняшнего дня. Fnatic играет против новичков Star серии команды ОСГ. Комментирует Вилат и Каспер. Хани у нас на паке. Тумикс, стендинг команды Fnatic, который заменяет, собственно, в этой игре. Ноутейла играет на Никсе. Флай играет на... Keeper of the Light, Эра у нас на антимаге и Трикси на Дараксире. Только хотел сказать, ты не поверишь, какой у них курьер. Сомнения еще есть. Да, да. Кстати, этого курьера можно переименовать, написать Ослик? Не знаю, кстати. Это было круто, написать Ослик. А нет, это же дефолтный курьер, его же нету, то есть, ну, как курьера самого. А, ну да, его нету у тебя предмета, да, его нельзя переименовать. И логотип у них тоже нормальный. Да, логотип такой же, как курьер, вот, они с него и срисовали, наверное. Скорее всего, так и было. Да, так вот, ОСГ, товарищ Джудо играет на Лондруиде, в сложной Сландер будет миди у нас на Магнусе. Брейн на Джиггернауте, Оби-Ван Банан на Бэйне и Альба играет на Лине. Будем знакомиться мы, собственно, с командой ОСГ, потому что наши комментаторы с про-серии, наверное, нам могли бы порассказывать что-то про эту команду. Мы же этих ребят не видели ни разу, поэтому, собственно, для нас они загадочны. No more bets, please. No more bets, please. Хорошая фраза. Бастион заявляет, прям как в казино, когда шарик уже раскручивается. No more bets, please. Мне, кстати, нравится вот там от Valve. И правда, я не играю там в Borderlands всякие и так далее, но у Valve вот этот, как называется, покерная их вот эта игрушка, то ли Night Poker, то ли что-то такое, там где GLaDOS в роли... Да-да-да-да-да-да, там прикольная игра. Да, там прикольно сделано, то есть, ну, и там всякие шмоточки для Team Fortress. Но вот если бы сделали такую фишку для Доты, например, там вот с покером, и там шмотки тоже выигрывать можно, я думаю, то народ бы нормально подтянулся. Нифиг делать получилось. Там тоже, да, там такая, типа, фан-версия. Это не профессиональное приложение, говорю сразу. Там весело просто. Да, там просто, ну, такое именно, для удовольствия все сделано. Да, ну что, смотрим по линиям, мы видим, что снизу Эра стоит, понятное дело, что Думикс ему будет помогать вместе с Флаем. Флай здесь суппортирует, пулирует, ну, делает, собственно, все, что надо. Трикси начинает в лесу, потом пойдет в сложную, ну и в миде у нас Хани. Сландер против него стоит на Магнусе, на топе фармит Брейн, помогает ему Оби-Ван Банан, пулит Альба. Ну и здесь сложная, мы видим Лондруид, пока, в принципе, не особо понимает, что ему делать. Ну, крипов он увел, второй левел не... Да получил и, собственно, увел медведя хиляться на базу. Надо ему сделать, наверное, делать вот здесь, что ли, даблспауны. Ну, единственная возможность как-то быть полезным на данный момент в этой игре. Да, я вот смотрю, чем тут занимают пока суппорты. Суппорты пока стараются себе заработать левел. Это правильное решение. Тут, в принципе, ребята занимаются ровно тем же. Причем, ну, не особо уступают, идут все ровненько. Эра, конечно, на антимаге — это страшная тема. Более, что фармить этот товарищ умеет, только что за ним наблюдал. Шарит он, как бить крипов. Еще и как умеет. Да-да-да, действительно, очень-очень неплохо играет. Пак просто такой, слоупок, да? В него залетает шоквейф, и он такой, пакаут, когда он уже за ним проехал.
Не, ну нормально. Не, кстати, это Хани, и я могу показать пинг. У него 233 пинг, потому что Хани находится сейчас в Лос-Анджелесе. А, ну тогда да, тогда нормально. Хани сейчас находится тогда в Лос-Анджелесе. Вы знаете, у него бывает, он туда уезжает, я, кстати, не знаю почему, наверное, по каким-то семейным причинам. Вот, я бы тоже по семейным причинам. Почти весь прошлый съездил. Сезон он там провел. Ну, это очень галимый город. Это один из худших городов, если что, в Америке. Да ладно. Чувак, почему там все фильмы снимают? Ну, ты сейчас путаешь немножечко Лос-Анджелес и маленький хороший район Лос-Анджелеса под названием Беверли-Хиллз, в котором всегда снимают фильмы. Ну, или Санта-Моника пляжный, который нереальным образом дорогой. Сам Лос-Анджелес, я, конечно, в Лос-Анджелесе не был, да, но, судя по отзывам даже от моей девушки, которая там была и несколько дней там жила, и людей, которые там живут, жить там не очень приятно, ибо, скажем так, криминогенная обстановка не очень хорошая. Ну, он 75... пограничный город, насколько я помню. Да, 75% города — это мексиканцы, нелегальные иммигранты, и, то есть, наркота, оружие, бандитизм, конь и так далее. Ну, короче, GTA Vice City. GTA Vice City, я понял. GTA Vice City. Если уж выбирать в Америке, где жить, то Сиэтл. Сиэтл. Да. А еще знаешь, почему Сиэтл, а не Лос-Анджелес? Потому что в штате Вашингтон отсутствует налог на алкоголь, и бухло там в два раза дешевле, чем в других американских городах. А еще там вроде легализовали марихуану. А еще там легализовали марихуану в штате Вашингтон. Так что я переезжаю в штат Вашингтон. Ну поэтому, когда мы будем на интернешнле, мы можем спокойно себе курить косячки, нам абсолютно никто ничего не скажет. Слушай, блин, все, теперь я точно хочу визу. Понятное дело. Тем более, что она там продается, там все как положено. Не, ну если легализованная, я думаю, там специализированные точки должны быть, естественно. Ну, в любой аптеке можно купить. Ну, магазины там какие-то. В любой абсолютно аптеке, в магазине можно купить так же, как и в Голландии, так же, как и в Чехии. Так что, ребята, если вы еще думаете, ехать ли на интернешнл, куда потратить свои кровные много денег заработанных, ну, вы понимаете, да? Приезжайте на интернет. И тут сейчас вся шкала там, едем на интернет, скидываемся одному. Да. Он тренер расскажет, как тут было. Приедешь, да, расскажешь там фотоотчет. А мы стариками подышим, да? Да. Все как положено. Ладно, продолжается у нас здесь фарм. Пятая минута игры. У нас идет пока нули на табло. Ноль крипов убил Бэйн, но Бэйн убил уже двух. Не повезло мне. Ну и вообще ничего не происходит, кроме того, что как бы хотелось бы, чтобы на сложной линии уже выходили герои, как бы, да, что-то слишком долго задержался Трикси. Он уже четвертый левел, пошел бы, собственно, наверное, в сложную, что ли. Но почему-то не хочет. Ладно, он еще пойдет. Так, что там, кстати, у нас вообще происходит на карте? А то я немножко тут отвлекся. Ой, посмотри, тут эра, вышку там дует. Да ничего не происходит на карте. Нули происходит на карте и вообще ничего. Ну, пока... Хотя вот тут два суппорта уже вроде, там, 1/4, я имею в виду Альбулину и второй Оби-Ван Банан. Оби-Ван Банан. После гейминг Оби-Ван Банан. Блин, что это? После гейминг Оби-Ван Банан. Нормально все. Чего тебе не нравится? Да, это, кстати, к тому же капитан команды после гейминг. А почему? А что не Альба? Альба же вроде розовый. Не знаю. А или он на сайте заявлен как капитан, может быть? Оби-Ван Банан. Там Леха крутится. Как раз нужно приехать к нам на лан-финалы и встретиться с Тоби-Ваном. Да. Сказать, я привет, я Тоби-Ван, а я Оби-Ван Банан. Да. Я твой сын, а я твой отец, Люк. Да. Это будет отлично. В общем, Слендер тем временем. Почти, кстати, с арканами Слендер. Что все нормально у Магнуса здесь. Да, 25 на 2 у него крипстат, у Пака, конечно, 33 на 9, немножечко Хани здесь линию выигрывает, ну а по фармилам мы видим, что абсолютно ровненько идут Эра и так, Хани на хосте улетает в чужой лес. Хани, кстати, на хосте тут может сейчас смотри, найти... Смотри, он найдет медведя, да, убьет его, 5 левел, медведь. Хани, корни, да ладно, ну это какая-то такой халява. Иди сюда. Че ты там, куда ты полетел? О, а тут еще и Магнус, смотри. Найс, дабл дэмэджем, а тут еще и Бэйн, о боже, Хани. Давай, и станчик. А Магнус-то хитер хотел застилить. Ну, Магнусу-то, кстати, понадобились бы эти деньги немножечко покруче. Да нет. Все нормально. Магнус там сейчас сделает свое грязное дело. Так, ну еще 0-1, наконец-то ФБшечка. Что там у Лины? У Лины получилось, появилось 700 голдишки. Неплохо. Я думаю, может, даже какие-то арканы в скором времени появятся. Осли Гейминг Фнатик 1-0. Вот он. First Blood для Осли Гейминг, да, между прочим. Да, вот так вот серебряные призеры про серии начинают, а очень весело. Ну, загнался в первую очередь Хани. Я не понимаю, какая сила его туда погнала.
в чужой лес, зная, что там трипла вообще, и что там медведь, и что Магнус где-то рядом. Что-то его туда непонятно почему понесло. У них, кстати, походу, команда слоупоков у Фнатиков, или у Думикса там тоже пинг большой. Где он, да кстати? Нет, не должен у него Думикса быть. Думикса 162. Нормальный грабитель. Не, ну просто он так же, как и Пак, то есть Шоквейв прошел уже сквозь него, а он такой... Карапаси! Да-да-да. Вот как сейчас примерно, то есть. Хани, Думикс, они все, они просто говорят, не, они просто показывают, что у нас это есть, да, и мы можем это, в принципе, заюзать. Да-да-да. Так, получил. Ага, Карапаси на кулдауне. Ага, получи, и тавр. Получи, жук. Смотри. Пошел, пошел. Агрессивный смог очень такой, ну, прям. Вард, собственно, видел это дело, я так понимаю, да? Да, должен был видеть здесь это все Вард. Лина, я думаю, должна сейчас немножко отойти. Кстати, что там у мозга? У мозга есть фейзы, а его еще и помазали только что фласочкой. О, тут много крипов. Ну, слушай, и они хорошо выйдут в спину, правда, под центри вардом. Думикс, вот. Альба это видит. Видит а, это брейн. Почему они не реагируют? Лол. Хани, Альба должен умирать, здесь же Трикси, проблема однозначно, Брейна. Умирает так, тут Слендер, смотри, поехал, у Слендера есть, конечно, реверс полярити, залетает. Хорошо! Вот, отлично! Ну и крутиться надо! Слендер, давай, шоквивируй! Хорошо попадает он Хани, по Никсу. Хани готов уже отсюда убегать, правда, рядом еще Трикси, Котл задул нормально, Магнус ультует в одного Трикси, а бить чем? А здесь же руками, Хани. Руками надо бить, Джаггер ставит вард, но Оби-Ван, конечно, выживет за счет варда, опять же, и не стали ни одни, ни вторые дальше ехать. Оби-Ван банан. Да, ну, получается, ультимейт Магнуса немножечко лишним. Альба, кстати, вернулся, видит Трикси. Ну, стан такой был, а вдруг поймаю, не получилось. Трикси поколол пацанов и будет пытаться зафармить, кстати, так вот этот спан. Стилить, у него надо получится, стилить. Кстати, это сделать. Шоквейв! Ай, ну зачем по Трикси? По крипам надо делать, потому что, действительно, смотри, Трикси, а кто это все украл? Ай, чуть-чуть! Вот чуть-чуть буквально реально не хватило, и в результате... Аркантапки и Шоквейв! Сейчас будет Аркантапки и Шоквейв! Сландер, идишь до конца! Так там хп много, 240 хп, а Шоквейв 300, ну 300 бьет, но там же резисты, 25%. Ну, может быть, бы и убил. Не, ну вот не убил, сколько да. У него тогда было, вот сейчас смотри, у него реген, да, там, ну, сколько, 140 хп, да, или сколько? Да. А, не, у него 200 было 200, да, 200 225%, если бы отрезистил от 300, то есть отрезистил бы он 75, 225, ну, черт его знает, там было бы... Там типа отрегенил бы, не отрегенил. Бадыль бы остался, да. Опять же, международная система обозначения количества в доте. Проблема. А ослик-ослик-то висит. Ну и Сландер тут, конечно, в сайлент. Все умирает. Альба с таном. Ну как это можно не попасть, не знаю. Но не попадает, собственно, Лина здесь с таном. Но еще становится 2-2 на 9-й минуте. Так, 10-й. И Эра. Уже, кстати, там... Ну, Эра через 700 Battlefury. Не, так он просто играет без ПТ-шечки. То есть он уходит да, именно... Сразу Battlefury, да. В чистый Battlefury, да. Обычно как мы говорим? Ну, фарм. То, тайминговый БФ. Альба это... в миде, смотри, не выходит. Он правильно все делает, не выставляется. И Котл пробил, Пак прыгает. Сайленс не дал, сразу надо было давать. Вижен был. Все равно Хани зарабатывает. 3-2. А не, у Лины был стик, просто он был на кулдауне, она его прожимала до этого. А, просто обычно тайминговый БФ считается там 15-я минута при хорошем фарме. Ну, это с ПТ. Это ПТ-БФ, да. Это именно ПТ-БФ, там, ну, понятное дело, всякие там Бурменшилды и прочая фигня. А тут, конечно, да, можно намного раньше сейчас собрать, тем более, что никто не мешает, никто вообще не приходит, не гангает, не убивает. И вот Battlefury действительно появится уже вот почти прям сейчас. Да, вот летающая вот эта панда-курьер. Смотри, что тут достается Слен, ну, очень сильный прокаст. Вот немного, наверное, то ли недооценивают котла, то ли Фнатики все грамотно делают. Просто идет задувка, идет сразу же подкоп Никса, и вот пока все это дело, пока чувак встанет, в него уже влетает еще какой-то иллюзорий орб, и там terrible damage. Ну, причем рейнжа там просто 2000. Да, рейнжа очень большая. Умираешь. Ну, ты не угадаешь как бы это. Вот сейчас, например, стоит Джиггернаут на топе, он, у него как бы вижно в лесу нету, и он тоже не знает. Вот сейчас придет к нему, Никс копнет его, да, и его тоже точно так же залетает, там пак котел. Два воевайте, шик-шик, и все, он мертвый. Да, да, и он реально будет мертвый. Так что тут все такое достаточно спорно. Так, Мишка увел крипов в другую сторону. Что там? Вот тут сейчас БФ себе купит. Я так понимаю, Эра. Да, ему не хватает буквально там 9 копеек. Не дают. Ну а тебе пакет на голову. Смотри, сейчас убьют. Не хватит одного голды. Не хватит. Да ладно, не хватило просто. Один голды ему не хватало. Один. Один золото до Battlefury. Один золото до Battlefury. Какой потрясающий тайминг от Осли Гейминг. Прочитали ну, антимага. Не, а, ну действительно-то прочитали. И все, и антимага-то убивает. Все. Реально не хватило. Курица висела. Я уверен, что он в магазине уже был и кликал, чтобы купить, собственно, это БФ. И сейчас он потратит
минуту на то, чтобы там появиться, какие вернуться жесткие, на линию, да, нафармить денег. Еще и вышку заденайли в миде. Так что тут все не так просто. 4-3, Фнатики впереди. На 13-й минуте мы видим, что по деньгам они впереди 2500, по XP 3200. Но в любом случае ОСГ не сдаются, не, скажем, не кьюпадят. То есть более-менее у них нормальная. Не, ну знаешь, вот как дисклеймер обычно там перед игрой. Вот, друзья, я никоим образом не хочу обидеть Осли Гейминг. Просто, ну... Другие команды, как обычно, тоже мы всегда их мошним, новые. Если они там что-то добиваются, что у них все хорошо, мы потом перестаем этим заниматься. Опа! Красавчик! Ну, тебе, говорит, карапасируй. Кто-то очень долго думал, думи, карапасируй это! На тебе еще это! Корни, корни, где корни вообще? Нужны сейчас корни. Пройдут, сейчас пройдут. Вот барабаны. Сейчас пройдут. Так. Ай, думикса ускорили, он еще копает. И Магнус здесь, но у него РПшечки нету. Так, зато можно дальше ехать. Добавь в него еще. Не, ну он понял, что не догонит, и смысла даже нас нету. Здесь Хани прилетел. Ах, Хани! До свидания! Вот это было. Паша, еще и омнислэш туда просто влетел. Просто Хани сейчас разорвали ослики. Это знаешь, это вот как мухи крылья отрывают, пока только просто в клочья крылья поотлетали в разные стороны. Посыпалось, да, в разные стороны просто с него. Круто! Так что Осли Гейминг 4-4, кстати. Лина потрясающе фармит крипов. Если только что это кто-то. А хотя вряд ли видели, да. Ладно. Ну, Лина только что промахнулась станом по нейтралам, я вот так скажу просто. Не, ну, бывает. Не хватило немножко рейнджа. Че ты... Бывает. Эра у нас тем временем снизу, мы видим, уже есть у него БФ. Купит тапок сейчас себе. Ну, потом купит... Ну, и на самом деле, при всем при этом... Был бы ПТ, он бы выжил сначала, в начале. Кстати, да, это во-первых. А во-вторых, что при всем при этом фарм-то его, ну, не сильно ускоряется по отношению к ПТ-БФ. Вот так, ну да, скажем. Сейчас у него тоже вот есть Battle Fury, и вот там через минуту-полторы у него появится ПТ-шечка. Хотя ему тут нормально настакали, так что денежки он должен неплохо так вывести. Да, и отлично у него получается. Вот, кстати, запулил крипов, пошел сюда фармить там крипы, пока бьют крипов. Крипы свои бьют лесных, он пофармит здесь, потом вернется пофармит лесных. То есть, ну, то, что Эра умеет фармить, это, конечно, ни для кого не секрет. Как бы, знаете, действительно хороши. Ну, не зря они, собственно, получили инвайт. Очередная вылазка, смотри. И тут-то опять эти три... Так, тихо, ничего не и бить. Все, вы видите, что вардами там стоит центрик. Все нормально. Не... Да, ну, Лина, ну что ты делаешь? Спалилась. Боже. Так, ослик улетел. И тут Хани в инвизе. А есть еще вижен? Давай, Лина, там нету сюда. Или под ноги, есть просто центрик. Под себя? Прям под себя, да. Ну, это было бы интересно очень, если бы действительно сейчас Альба просто под себя тыкнул центривар. Но он этого не делает. Вот, действительно странно. Да, ну что же, и ты один тавер вот здесь будет пытаться сейчас забрать Фнатики. Это, кстати, второй тавер для них будет. Первый заденали, напомним. Эра, вот она, ПТ уже имеется. Ну и здесь довольно быстро должна падать вышка. Все-таки дэмэджа уже хватает, 163 дэмэджа у этого антимага, и тавер падает, заберет ли его Эра. Вот в чем вопрос, в миде там, кстати, минус Никс, минус Лина, размен. Зашел, хорошо, Никс Ассасин, но, собственно, помогли ребята. Слишком перебыковал Никс Ассасин, да, я думаю, в этом моменте. Кстати, можно было, наверное, прыгнуть сейчас на Триксик, ну, хотя у него там сурдж второго уровня, так что пока, когда ты допрыгаешь, ты все равно его не догонишь даже с крутилки. Что, в первую очередь, наверное, корни не помешали. Так... Трикси хочет разбить вард. Не дайте ему разбить. Правильно, фас его. Хорош. Кстати, медведь-то нафармил у нас на армлет. Если у него тапок, Orb of Venom и Stout Shield. Тут мы видим Drum of Endurance, Point Booster, Фейзы. Да, я тебе скажу, базила, что медведь вообще отлично себя чувствует. Медведь действительно хорошо фармит. Там по нетворсу он, конечно, уступает антимагу. Не, ну он четвертый, там отлично. Там пак, да, в миде. Но Мишка нормально идет. Больше, чем у Дарксира, по крайней мере, который сложно стоял. Хорошо. Даже пак, пак цепанул Сландера, Сландер и вышел таки. Ну-ка, зачем же ты вышел за Дримкоил? Да, и у пака появляется Даггер. Вот он его сейчас купит. Вот Даггер сразу Хани покупает. Если бы не вышел сейчас за Дримкоил, остался бы в живых здесь у нас Магнус. Но выходит он за пределы ультимейта пака и, собственно, умирает. Так, смотри, выходит пошел, колоть, сейчас колоть, пошел. Бейнлина, вышли на охоту. Ты просто не обращаешь внимания, что ли, на него, что их колят? Распрыгался, просто хорошо, но мало дэмджа, Трикси хиляет, здесь же Думикс не знает, кого копнуть, сейчас он закончится. Он сейчас будет копать Брейна, как только закончится раскрутка, да, и она заканчивается, и не докапывать, слишком далеко находился Антима. И кто из них ослик?
Вот так вот поставим вопрос. Корни теперь. По Хани. Хани прыгает, пытается улететь. И сейчас еще корни должны быть по остроте. Я знаю. Пытается убежать, говорю, улететь. Пытается убежать. Медведь. Нормасик, нормасик. Так, Бэйн, кстати, куда-то улетел. Куда улетел Бэйн? Ага, Бэйн улетел на топ, помогает своим товарищам. Правда, от него там толку было не особо много. Спалилась сейчас Лина, что она была в лесах. Ага, и Пак идет ее убивать. Пак, Сайленс, Иллюзуриор. Альба, Альба живой. Пак не прыгнет сюда, потому что понимает, что сразу получит рассказ в голову. Да-да-да, вот... Осли Гейминг! Фнатики не гонятся за ними. То есть ты понимаешь, что сейчас Фнатики действительно понимают, как бы там они врубили команду 5 и сейчас будут бить лица. Так нет, что... все правильно. Вот... Не, просто если бы Фнатики играли там против меня или тебя, они бы под тир 3 побежали. Да, и убили бы. И убили бы главное, в результате. Да. А тут, видишь, авторитетом уже давят. Так что все нормально. Ну, как бы Фнатик тоже никогда не славились вот этим чисто русской особенностью менталитета, да, вот наша. Особенность менталитета, и не только русских, украинцев, белорусов, вот это вот наплевательское отношение, так умеют делать только наши люди. Типа, да, да. Это какие-то бомжи, нихуя. Кстати, смотри, вот люди действительно называют задротами Эру, но поистине задрот еще и Брейн, у них по 52 заденайных крипа. Да, Хани, Насладера, Сайленс. Лино, Ты хорошо! И ульту, в Хани не может ультануть Магнус. Так, Магнус хорошо, кстати, все делает, так. Очень четко распугал всю эту движуху, Вард тоже стоит очень грамотно, Джиггернаут запилил Никса. И 6-6, по-прежнему равный счет. Единственный плюс, конечно, Фнатика в том, что у них фармит антимаг, в том, что они забрали там 2 таура, да 4000 голды и не имеет 5000 экспы. То есть, ну да, они лучшая команда, чем Осли Гейминг. Никто не спорит, но радует то, что хорошо играет ОСГ. Действительно, хорошо играет ОСГ. И, ну, будем надеяться, что не будет так же, как в прошлом сезоне было с командой Фото, которая тоже в сезоне в самом начале начала более-менее так хорошо, красиво, а потом пошел полный провал. Так, да, ну и что у нас тут есть? Котел с дабл-дэмэджем. Вот это очень сильно. Ваща просто пойдет всех рукой избивать. Ну, почему нет? Ну, почему бы и нет, он-то и забьет. Так, медведь. У медведя уже 2000, кстати. Медведь хорошо, медведь никуда не вылазит, у него 2 ассиста имеется, его не убивали. Купит он себе сейчас башер и будет все отличненько просто. В миде Лина умирает. Ну че ты стоишь не под тауром, Альма? Уже какой раз он умирает? 4-й. 3-4-2, такая экшн-пакт Лина, собственно. 3 фрага, 4 смерти, при счете 7 на 6. Серьезно. Так, ну это пока просто еще антимага, как обычно, в драках не было, так что все вроде бы более-менее пока кажется у Осли Гейминг, но мы-то знаем, что выйдет Эра, будет намного сложнее. Да будет вообще печально, если выйдет Эра. Так, если сейчас прыгнет Хани. Хани, Сайленс, попался Сайленс только по одному. И нормально, финт-грип тут же в Хани, Хани разрывают. Джиггернаут, будет ли прыгать сейчас по Трикси и по Думику? Ой-ой-ой-ой, как прочитал, и как отлично залетает! Боже мой, отличная игра, ну понимаешь, не хватает, сейчас есть мека. Дэмэджа мало. У Дарксира, хорошо задувает котел, главное сейчас не... Оби-Ван, Влечься, да, Думикс теперь уже отлично копает, но там ставил Хиллингвард. Хиллингвард очень жестко всю эту движуху выхиливает, прибегает Альба! Альба, отличный стан, но в Думикс или в Эру? Нет, все-таки решил в Эру. Эри Попикс, наверное, расстреливать. Вообще, у Эры... Спелшилд 4 левела, Альба тоже умирает. Эх. Так. Нет, Джиггернаут тоже умер. В общем, надо было разряжать реально в Никса. Вот уже замахивалась Лина на Никса, потом передумала. Ну, действительно, в АМ стрелять нет никакого смысла. И... Блин, хорошо начали драку. Опять-таки ОСГ, то есть прыгнул Магнус, стянул всех. Вот в чем вопрос у меня сейчас возник. Прыгал Джиггернаут сразу же после реверс полярити. И в ту же секунду, как он начал прыгать, Котл дал блайнд. Да. Он работает на Джиггернаута в ульте? Нет, естественно. Джиггернаут же неуязвимый во время действия ульта. А почему его тогда хуком может вытянуть пуш? Так моделька ж не прозрачная становится, ну а так он неуязвимый. А, ну тогда я ошибся. Я думал, может быть, знаешь, он бросил блайнд и там Джиггернаут не пробивал просто. Не-не-не, он там нормально залетел, там все классно вообще произошло. Там, ну, реально мека. Спасла мека, да, вот мека от Дарксира, она могла типа затащить. А, точнее, она и затащила. А вот не было бы меки, там бы посыпались Фнатики, конечно, намного быстрее. И Осли Гейминг должны были выигрывать в том сражении, опять же, если бы не было меки. Но мека-то есть. И с этим ничего не поделать. И 2006 у Дарксира. VK.com. Что? Slash Osly Gaming. Группа даже есть. Так что присоединяйтесь. Я не могу прямо сейчас проверить. Не знаю, действительно ли это существующая группа. Я вот проверяю прямо сейчас. Ослик.
Да, есть такая группа. И присоединяйтесь, там 25 всего квадров. У них даже стрим наш висит на главной. Да, vk.com/oslygaming3. Присоединяйтесь. Да, давайте, ребята, давайте поддерживать их. Все-таки команда Star серии. Да, всегда надо поддерживать наших. И тем более новая команда, будем надеяться, что мы видим против Натиков, они не кажутся мальчиками. Вот откуда мы знаем, а вдруг это вот будущее? Так, ой, проблемы у Брейна, стягивает Тарксир, да ладно, как разорвало Джаггернаута. Магнус не влетел с даггером, ему сбили даггер, в результате он заэрпэшил просто в никуда. Сейчас вот Оби-Ван отжирается, залетает антимаг, Альба улетает, все разбежались. Ну, двоих потеряли здесь ОСГ, а Магнус, конечно, здесь ошибся, причем очень серьезно ошибся. Ему даггер сбили, то есть он реально в последний момент уже, как только начинал прыгать, сбивает ему даггер, и, собственно, Слендер ничего не смог с этим поделать. Ладно, будем ждать следующего замеса. Пока что они уже начинают проигрывать очень серьезно. 7500 по деньгам, больше 12000 по опыту. Но это связано, опять же, в первую очередь с антимагом, который перефармливает на 6000, ровно на 6000 перефармливает он Джаггернаута. То есть АМ там реально слоты вывозит просто как бешеный. У него ГПМ 588. Вот так. Да, серьезно. Ну и 14-7, два раза, 225 крипов убил на 23-й минуте антимаг. 227 на 53 крипстар, это какая-то фантастика. Конечно, Эра дает очень серьезного. Да, Эра задрот. Не, ну это понятно. 2300 Монтастайл, Батлфури, ПТ на такой минуте. Ух. Круто. Ну, то, что Фнатиком этот сезон будет очень-очень веселым, это факт. Они еще перед сезоном всем дали инфу, что, собственно, Хани практически весь сезон будет отыгрывать издалека. И приедет он только за неделю до DreamHack'а в Европу. Собственно, так что весь онлайн-сезон придется играть Хани из Америки. Ну, в любом случае, понятное дело, что единственная цель у Фнатиков — это улучшить свой прошлосезонный результат. Да, они его методично улучшают. Никс нашел медведя внизу. На эншентах, причем тут трое героев. И он что, не замечает, медведь, что его колит сейчас, что ли? Он что, не замечал, что у него ХП заканчивается с, как там же всякие быстро драконы его бьют. Бак! Ослик! Нет! Символ команды пал. Символ команды пал. Вы знаете, в средневековье это означало сдачу города. Сдачу. В американском футболе, который колледж футбол, как его называют в университетском футболе, символ команды, если падет смертью храбрых, там, или если его украдут, это все. Прыгает Хани на двоих, Сайленс улетает отсюда тоже спокойно, она распугала. Ух, догон, там у Хани Котл не задул. Ладно, сейчас у нас закончится драка, наверное. О, Джаггернаут полетел. Хорошо, Джаггернаут летит. Мекой выхили и опять-таки Думиксом на развороте похавал ману у Брейна. Продолжает прыгать, просто развлекать народ. Там вард, очень жестко хиляет. 56 хп регена в секунду. Какая-то раз. Вот по поводу тогда, да, талисманов, символов говорил. Почему никто не навешал Грифону The Nation тогда у нас на Лана? Не знаю. Или не украли его, например. Нет. Просто похитили, знаешь, Грифона. Есть самые крутые эти. Самые крутые гифки там есть, да? Как какой-то стоит там талисман на баскетболе. Ему баскетболист просто в табло. Да. Причем, она, знаешь, он так жрачно выглядит. У них морда мягкая. Да. Ты прямо аж входит. Там очень-очень смачено залетает, да. Посмотри теперь группу Ослика. Ос, плюс 300. Ну, нормально. Нормасик. Хорошая группа. Это же Ослик Гейминг. Болеем за наших. Так, Дарксир тем временем уже с Мистик Стафом. Наверное, Хекс будет собирать. И Шива тут бы тоже лишней не было. Да, так, это Магнус почти мека. Альбу копают! Альба далеко вылез. И очень... Нет, уж выживает Альба Магнус! И увозит Думикса! Увозит под тавырульку! Да, ну надо же продолжать сейчас! Отлично! Трикс еще схватили! Минус 2 делает команда ОСГ! И, конечно, атака захлебнулась тут после этого момента у команды Fnatic. Вот, могут же! Конечно, ну, понятное конечно, дело, конечно, что могут. Тут было без антимага все, но в любом случае... Ну, типа, двоих убили неплохо. Да, хорошо сделал все Магнус, увез двоих там... Мастан, Лины. Лина, правда, умерла, потому что Хани ее зажигалочкой поджарил. Кстати, зажигалочка уже второго левела у Хани. Вилка.
билочка, да. Да, да. Так, ну и что там у нас? Бьют Рошана. Причем понимают это сейчас Фнатики, и тут могут очень плотно посыпаться сейчас ОСГ. Ага, нашли Хани, Хани, корни на него прокнули. Ушел в лес. Да, помигали на него, что он где-то здесь в лесу тупит. И... А как его сюда, как сюда добраться? Магнус, если что, мог бы заехать так, с Кьювером, но улетает Джиггернаут оттуда. Что-то я Аэро давно не прокликивал. Ага, Тараска у него. Нормально. Не прокликивал, давно Тараска нарисовалась. Тараска, ну пойдет, пойдет. Надбат, надбат, ничего не скажешь. По поводу вопросов, когда гранд-финал отборов на International, когда определиться именно участник International? Ты посмотри, что сделает Dumix. Просто копает троих. Потрясающая стяжка. Пак! Боже, просто гениально сейчас все делают, но фулово ультует Эра. Ну, конечно, Эра, да, тут не мог, конечно, не пылануться. А Джиггернаут тот же умирает, но сейчас разбирает потихонечку всю команду Осли Гейм. Сейчас Фнатики выживает один Магнус. Ну, Магнуса даже РП не было, у него кулдаун на РП. Ну, типа, он 3-2-1. Ничего полезного бы и не сделал. Да, он, да, в принципе, там был бесполезен. А, просто очень-очень... плохо получилось с позиционной точки зрения. Реально копнул всю команду Dumix, потом всю команду опять же стянул Darkseer. Вот все все сделали шикарно, только Эра Фейлер ультанул фулового по мане Бейна. А Эра типа, так какая разница, мужик. Да, и он реально 0 дэмэджа нанес. У меня 20 левел, там у парней там Бейн 10, то есть 10 левелов разницы, это, конечно, очень серьезно. А вдруг оно его убьет, да? Да, вот вдруг. От левела зависит, вдруг от левела реально зависит. Вдруг оно бьет по разнице левелов просто. Да, да. А есть скиллы какие-то, какие по разнице левелов бьют или нет? Есть только у Дума левел Деса. Я знаю, да, левел Деса, а так нет ничего. Так ничего нет вроде. Смотри, Эра зашел. Бьет тир 3 вышку. Ну и, кстати, это почему-то не бэкдор. А там крипы по миду, а, вроде по миду заходили, да, наверное, зашли. Ну, смотри, фултаура, собственно, снес Эра. Так, здесь Думикс на базе что-то делает, его щекочет сейчас Бейн, минус Думикс. Так, Слендер. Слендер без маны, абсолютно. Но зато поймали, это Флай. Ох, вот это щелкнул. Вот ладно, исправился немножечко сейчас Эра. Пошел прыгать Джиггернаут, но всем реально уже пофиг на то, что там прыгает Джиггернаут. Мало дэмэджа он уносит. Ну да, будет у него... Смотри, огонь, Эра, может какой быть. И на станом-то попадала, но увернулся, собственно, Эра от него. Ну, он реально, он очень быстрый, он с этой... С Яшей. Да, с Мантой, там все дела у него. Попробуй догонить. 407 мувспида. Плюс на него там ДС частенько бафает, и он на Сурже там реально 5-2-2 носится, бешеный. Да, Дарксир все-таки Шиву собрал. Видел только, что Пак что сделал? В крипа ты имеешь в виду или что? Или в медведя? В медведя просто уколол. Ну а чё бы нет? Медведь, мне кажется, просто такой, знаешь, почесался вот за то место, куда его уколол. Хани. Ауч! Да, типа. Вилкой. Ауч! Не делай так больше, да. Мишке больно. Ну что, забирает очередной дабл спаун крипов здесь Эра. Бедный завис. В лесу застрял. Вот беда. А, ну и мы видим, что 3200 денег у него. Ну, понятное дело, что 700 просто ГПМа. Ну, и когда пойдет Т3 ломать, там, я думаю, там 700 оно дойдет. Ну, это не интернет. Магнус, хорошо, двоих ловит сейчас и увозит обоих. Но нужно же их, конечно, разбирать здесь. Почему Лина стан не дала? Почему Лина не дала стан? Не знаю, она затупила. Альба не дал стан, и, собственно, мы видим что. Причем, ну, если это Альба, то это, наверное, самый авторитетный тут должен быть игрок, который не дал стан. Да, он один их спаси, он тебе расскажет. Ну что, Джудо пытается убежать. Ну вот он срабатывает на лик, и это... Минус 4. Только один Оби-Ван банан у нас выжил, второго просто там в драке толком и не было. Ну что, сносят топ, собственно, Фнатики, да, и... Good game! Осли Гейминг, good game пишут, проигрывают они эту игру. Ну, в принципе, это было предсказуемо, но... Ну, они нам подарили нормальную игру, это не то, что там какое-то... Мясо полнейшее, они там хорошо повоевали, мы успели поболеть за них. Да, немножко. Были драки, потеряли Ослика. Бедный Ослик вообще. Мы за это тоже очень сильно болели. Ослик пытался жить немножечко у Ослика. Собственно, не хватило. У Ослика. У Ослика.
Dire's top Rags is taking hits. Так, ну и что тогда у нас через 15 или через сколько там минут International? Не-не-не, International у нас, ой-ой-ой, еще не скоро. Потому что, по-моему, если я не ошибаюсь, в 17:30 начинается игра по центральноевропейскому времени. Сейчас я спрошу точно. А, 18 даже, 18. 18? Да, 18 Боже. Сет. Начинается игра, то есть через час. У нас, собственно, начнется матч между ДД и Маузами. Это будет Best of 5 битва за место на Интернешнале. Напомню, что команда, которая проиграет, она тоже поедет в Сиэтл, но будет играть в Wildcard. И будет она в не самой лучшей, скажем так, позиции для этого. Потому что придется им играть со вторым местом азиатских отборочных в самом Китае. Это будет там какие-то там LGD попадутся. Какие-то LGD это могут быть, да. Или VT Gaming те же. Или, тоже не самые слабые ребята. Кто там ни был, это будет круто. Мы узнаем, кто это будет. Кстати, завтра в 9 утра уже начинаются азиатские отборочные. Но в любом случае, ребят, у нас будет пауза часовая. Но сейчас давайте посмотрим нарезочку лучших моментов этого матча. Поехали. Посмотрим, как, собственно, играли между собой Fnatic и Osly Gaming. Вот видим, Osly Gaming, вы помните, сделали First Blood. Вот на первая драка здесь такая осмысленная. Fnatic делают здесь фраг. Вот пытается уйти отсюда. Поймали еще Думикса. Ну, 2-1, но СГ такие повели в счете. И такие, ща все будет. Ща мы вообще тут всем люлей дадим. Магнус ультует Трикси, но здесь, вы помните, Трикси не добили, потому что просто-напросто не хватило дэмэджа. И поразбегались команды в разные стороны. 4-2 Fnatic повели в самом начале игры. Вот Эра, когда у них не хватало 1 голды. Вот 868, 869, 70, 71, 72, 73, 74 и минус просто. Вот не хватает одной копеечки. Просто одной копеечки. Совсем немножечко. Дальше продолжаем наблюдать. 4-4 был счет, казалось бы, нормально. Вот 7-6, там, да, по деньгам еще разница была в 4000. Но вот дальше начал очень хорошо отыгрывать... Начал хорошо отыгрывать антимаг. То есть и более-менее начали не по одному, а командой бегать парни. Вот тут нормально, Магнус, все хорошо. И казалось бы, все отлично, можно убивать, но мека. Стеночка здесь, Дарксира. Ну и вот мы видим антимаг просто-напросто убивает всю команду. Если гейминг, Бейн мертвый, Магнус мертвый. Проседает также медведь, здесь же Альба. Альба дал стан, но тут ультанул в антимага, снес ему там, не знаю, 200 хп. Ну и четвертого убивает Никса. Ну и там антимаг убивает Альбу. Трипл килл делает. Ну вот после этого уже, наверное, все. После этого, наверное, уже можно официально считать игру законченной. Шансов уже не было. Да, да, там драка была такая достаточно салатная. Реально, ну, очень хорошо там все получилось. Вот видишь, опять клац. Троих капнули и тут... На стенку, да. Ну и посыпались тут просто-напросто. ОСГ... Джиггернаут. Бедный Джиггернаут. Он там крутится, конечно. Ну, там антимаг очень убивает, да. Большие куски отрывал, так что не по шансам опять. Ну, вы видели шмотки антимага. У него там как-то аж слишком много всего было. Ну что, у нас первых два матча StarLadder стартанули. Сезон у нас начался. С этим я, собственно, поздравляю абсолютно всех. Начался сезон. Сейчас я буквально покажу вам табличку. Да и все, чтобы мы уже видели, что... к чему и как, и какая у нас турнирная ситуация после первого игрового дня. Опять-таки извиняемся, что сегодня всего-навсего два матча, но вы прекрасно сами понимаете, что гранд-финал Интернешнала, и не могли мы никак ставить еще одну дополнительную игру. Ну, вообще никак. Ну, потому что кто бы ее смотрел? Конечно же, мы смотрели. Конечно же, мы должны... Точно не мы. Точно не мы, да. Мы бы комментировали Интернешнл. Завтра у нас будет целых 4, по-моему, матча Стар-серии. Ну, собственно, следите за расписанием. Будем информировать вас и в соцсетях, и на нашем сайте, и абсолютно везде. Будет расписание матчей. Fnatic и Virtus.pro выиграли свои первые игры. Еще 4FC, Альянс, ДД, Empire, Кайпи, Маус, Нави, Power Rangers, Rockskis, TCM, IC Cup, Z-Rage, ну и Osly Gaming и QPAD свои первые матчи проиграли. Ребят, мы сейчас с вами уходим на
Перерыв у нас будет довольно длительным, потому что будет это где-то приблизительно 45 минут, может быть 50, может быть даже час. И вернемся мы с вами через час на трансляцию гранд-финала The International. Именно... Ни много, ни мало. Гранд-финал The International, сказал я. Ну, да, не да. Гранд-финал The International, это гранд-финал отборов западных на International. Чуть-чуть преувеличил. Чуть-чуть преувеличил. DD Dota и Mousesports сыграют через часик за право быть участником самого International. Проигравший будет играть в wildcard матче. В любом случае, далеко не разбегайтесь, мы оставим вас с приятной музычкой и вернемся к вам через часик. Будем смотреть, собственно, за игрой DD Mouse, ну и, наверное, болеть за Габлака. За Габлака, да, все-таки. На данный момент только... 3 украинца на Интернешнале будут, 4 украинца на Интернешнале точно будут. Это Дэнди, Хвост, Фаник и Вилат. У нас просто есть виза. Это точно, да. Это 100%. У Кси пока визы нету из Virtus.pro, поэтому я его туда еще не причисляю. Ну, будем надеяться, что Габлак тоже попадет, собственно, в список вот этих вот 5 игроков, которые сыграют от Украины на Интернешнале. И Silent станет очередным россиянином, который сыграет на Интернешнале. То есть тоже 5-м. В любом случае, через час мы вас ждем на матче между командами DD и Маус. Никуда не разбегайтесь, мы скоро вернемся. Шестой сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы, 120 матчей регулярного сезона плюс LAN-финал и самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный StarLadder худ в подарок. Билет уже в продаже.